Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной интересный тест. Тест героя такого уже средненького, но у которого есть отражение. Как вы видите, думаю, это у нас будет Асура. Я вам покажу и расскажу, почему на него нельзя ставить УЗ-шку, потому что некоторые ставят. Несмотря на то, что у героя есть отражалка ИИ. Самое интересное, почему разработчики просто не написали, что у него встроенный там встроенная восьмая огненная, не восьмая, а девятая огненная защита. Сам по себе герой довольно-таки интересный. Он у меня в сборке на ХП. Чисто сборка на ХП, без всяких там, то есть здесь жизнь, здесь полностью жизнь, чтобы по нему попадали и была отражалка. То есть он собран на максимальное ХП у нас, и мы будем тестировать эмблемы. Будем делать тест на моем линке. Здесь у нас есть Зефир 30 прорыв и Огник 30 прорыв. Сейчас просто вы видите разницу, то есть мы чисто ставим обычный дамаг, ну точнее без эмблем. Вот, 82638. Это дамаг у нас чистый урон по данному герою. Ну, понятно, Зефир, как видите, по чуть-чуть вроде его сливает, но тот себе 10% отхиливает. То есть Зефир его убить, ну, никак не сможет. Если бы еще, да даже, наверное, думаю, если бы не было у него устроенной отражалки, то есть здесь урон режется на 2. Теперь, ну, я сразу буду в такой сборке на двоих, плюс-минус, чтобы видеть дамаг. 170, 140, 170, 160. Ну, скиллом там еще больше приходится, он парализует его. Такой вот дамаг у нас получается у Огника, то есть, ну, по сути, в два раза больше. То есть дамаг он больше наносит, смотрите, он даже его сливает. То есть в данном случае Огник у нас 11 скилл, не 13 как там, а 11 всего. И он все равно убивает его, он его парализует, наносит дофигища дамага. Как видите, там чистый урон это одно, то есть там за счет отражалки он режется, а здесь же наносится хороший чистый урон, чистый дамаг. То есть разница в героях, Огник даже с не максимальной прокачкой отражалку слил. Ну и также точно он может и слиться на ней, если он будет у вас собран еще на дамах. Теперь делаем такой вот момент, ставим сюда сразу же 10-ю ОЗ-шку. Нет, давайте 9-ю. Она дает 50% отражалки. Что мы видим? Тех же самых 82638. То есть чистый урон как проходил, так и проходит, по сути. Ничего у нас не изменилось. То есть на, скажем так, дамаг, если на дамаг Зефира ОЗ-шка работает, то в данном случае ОЗ-шка у нас получается не работает. Соответственно, у Асуры не там какая-то отражалка там сверхъестественная, ну просто разработчики не, ну надо было, чтобы было всем понятней, просто написать, что у него встроенная огненная защита 9 левела, и все. Смотрим здесь, в принципе, тот же самый вариант, 130, 140, 160, то есть тоже по сути ничего не поменялось. 200, ну то есть здесь рандомный дамаг плюс-минус. Просто тот стабильно бьет от атаки чистый урон. А здесь у нас рандомный урон. Ну, по сути, все тоже осталось. 140, 160. 200. Здесь просто проблем не увидеть. Ну, уже получше стоит за счет того, что эмблема дает у нас дополнительно
40% жизни плюс статки. А теперь делаем следующее. Ставим десятку. Вот вы видите, почему я на некоторых героях все-таки качаю ОЗ-шку. Вот десятая ОЗ-шка теперь пошла. Блин, вечно забываю. Смотрителей у нас нету. Теперь смотрите внимательно. 74. 375. Вот. У нас получается сейчас уже 55%. То есть это еще раз доказывает то, что здесь просто встроенная огненная защита 9 левела. То есть увеличение отражалки и, соответственно, уменьшение входящего дамага. Так как ОЗ-шка работает очень хорошо против Зефира. Вот и все. То есть максимум, что вы там 83, там 74, ну 5-6 тысяч дамага вы порежете. Это потолок. Есть ли смысл качать? Ну, в принципе, в топах, наверное, есть смысл, потому что весь дамаг, он очень хорошо влияет. Теперь поехали. Этот же самый вариант сразу же тестируем. Перейдем к следующему. Теперь поехали, тестируем против ну, 138 уже. 138, меньше 200, 160, 128. То есть здесь тоже немножко уменьшился дамаг. Хотя, в принципе, то же самое, плюс-минус. Здесь это на этом герое влиять особо не будет, потому что здесь сам урон намного выше. Теперь делаем еще один моментик. Ставим сюда вот так вот. Смотрим. 82 638, ничего не поменялось, но внимательно смотрите теперь на этот дамаг. Семьдесят шестьдесят. Вот. Соответственно, многие спрашивают, как качать Асуру, ОЗ-шку стоит, не стоит ставить. Многие ставят. В данной ситуации, скажем так, самое оптимальное, вот, просто разработчикам надо было сразу написать встроенная огненная защита. Лучше всего СО, это если вы против других героев собираетесь воевать, там против толпы, оно понижает общий дамаг. Плюс ОЗ, то есть это на сегодня самый актуальный топовый вариант, это для всех героев, то есть вы уменьшаете, вот многие говорят, вот огненка с ОЗ-шкой не работает, все вот прекрасно работает, как видите, я вам показал, что на герое есть ОЗ-шка, ну то есть по сути она просто написана как отражение. Плюс дополнительно мы поставили СО, и результат, как видите, вот налицо. Понятно, что оно, ОЗ-шка и СО, они как бы с одной стороны несовместимы, потому что СО режет отражалку, но с другой стороны, если у вас правильная будет чарка и будет отхил, ваших героев просто не сольют очень быстро. Поэтому есть смысл именно таких прокачек. По поводу фобушки, я думаю, тоже сделаю тест, на нем тоже будет интересно посмотреть, как там работает, так же или нет, потому что он точно так же имеет встроенное отражение, но я не понимаю, почему они просто не написали, что ОЗ. Из-за этого многие ребята путаются и не знают, как правильно прокачать, потому что получается, когда одинаковая, там, допустим, эмблема
либо руна и талант работает то, которое имеет выше левел. Если имеют они одинаковый левел, они отражают, ну, работают одинаково. Тут то же самое, видите, 50% отражает, но я поставил себе здесь узашку, то есть, соответственно, здесь должно быть меньше немножко входящего дамага, плюс СО, и он, в принципе, не убивается. И работает это против всех героев, то есть СО и ОЗ работают, совмещаются очень отлично, и качайте, и будет вам счастье. В общем, вот такой вот, ребятушки, тест Асурика, я еще сделаю других героев. Понятно, что они у меня на максималке, но здесь как раз таки хорошо можно посмотреть, что защиты очень прекрасно совмещаются. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.